наверху над нами сейчас? Да. Даже не слышно, как половицы скрипят. Значит, сидит. Значит, сидит. Хорошо, что он может жить в тишине. Он зависит от очень малого количества вещей. Вообще, он в бытовом смысле с ним очень легко. Он непритязателен, благодарен всегда за все, что сделаешь. И он может есть каждый день одно и то же. Я этим не пользуюсь, тем, что он может. Но он очень... В еде он очень прост, в одежде он очень прост. Но что ему абсолютно нужно? Ему нужно много света, когда он работает, и ему нужна тишина. Вот эти две вещи ему страшно нужны. Потом он морозоустойчив, он может в холоде работать, я вот не могу. Но вот чтобы было светло и тихо, вот это ему абсолютно необходимо. Когда тишина, когда шум, дети в Вермонте не имели права стучать баскетбол до часа дня никогда. У нас висела на гараже корзина, значит, которую они лупили без конца, я тоже. Ну, то есть я не без конца, но иногда с ними выходила. Но это было запрещено до часа дня. До часа дня стучать было нельзя. После часа уже можно, потому что работа была уже не такая важная. А сейчас кажется, что когда это вообще был Вермонт? Мне кажется, мы не уезжали отсюда.
На втором этаже дома находится его спальня и два кабинета. Этот маленький, зимой здесь теплее, и большой, где он работает сейчас и летом. Рабочий стол писателя. Все на своих местах. Ландыши оставлены с весны. Он ландыши любит. Радио. Он слушает радиостанцию классической музыки. Плита, стол. Если захочет, может сам себе сварить картошки, заварить чай. Алло. Алло. Юра, там никто не отвечает. Никто не берет трубку, очевидно, все вне дома. Пожалуйста, всего доброго. Помню, уже не помню. Сейчас переписка очень большая. Да? Огромная. Мы вам не показывали. Нет. Можем показать внизу в подвале. Это просто и бывшая огромная переписка, и новая огромная. Все письма приходят на фонд, если я правильно понимаю? По-разному. Нет. У нас много писем приходит туда, в городскую квартиру, где мы первые годы жили, пока еще здесь нельзя было жить. Мы там жили, и там адрес такой надежный, городской. Здесь даже долго не знали этот почтовый код, вообще тут деревенское все. О чем вам пишут? Сейчас, между прочим, меньше пишут, потому что очень дорого, заметно меньше, потому что очень дороги марки и конверты. Но, ну, примерно половина писем просьбы. Просто просьба о помощи, материальной помощи. Помочь выжить. Помочь выжить. Но мы это и делаем, но только мы это делаем все-таки, поскольку все равно невозможно помочь всем, то мы это делаем бывшим заключенным, которые и по возрасту, и по несправедливости, которая точит сердце их самих, и нас, вот мы им больше всего помогаем. А многих ли из них вы знаете лично? Нет, немногих. Мы знали, вы знаете, тут ведь вообще все это изменилось. Мы помогали заключенным, которые, семьям заключенных, которые реально сидели, вот при Брежневе, там, при Андропове, Черненко, это был ГУЛАГ, наследник того ГУЛАГа, в котором сидел Александр Исаевич. И
их жены, и родители, и дети попадали часто в абсолютно, ну, вы знаете, вы сами в это время. Они, жены часто выгоняли с работы, ну, или, ну, в общем, дети болели, старики, родители, если единственный кормилец, это было тяжело. И мы помогали, то есть, существующему ГУЛАГу. А теперь мы переключили, их мы, конечно, многих знали. Их как бы все знали. Это был такой немногочисленный ГУЛАГ, в отличие от тех лет. Но это были те, кто все-таки как-то голос подымал, как-то что-то такое. А теперь мы помогаем в основном, это люди были относительно молодые. Многие из них, ну, худо-бедно, но устроились сейчас жизнь, работают, еще могут, здоровье у кого не так подорвано, или они по возрасту. Ну, вот. И им мы не помогаем уже. Мы помогаем тем из них, которые как бы выпали из жизни, не могут. А мы помогаем тому сталинскому ГУЛАГу, в общем, как бы солженицынскому, тех, кто сидел тогда, кому мы не помогали все те годы, вот брежневский, потому что просто фонд действовал фактически подпольно, и распорядители его и хватали, и обыскивали, и били, и сажали. Это было трудно. А как вас люди находят? Ну, о нас известно. Молва идет, знаете, как всегда. Как всегда идет молва, и люди знают. Ну, кроме того, ну, что-то мы печатали, ну, такое непризывное. Ну, в общем, знают люди. А кроме того, мы теперь так, мы просто просим местной администрации прислать нам списки. У них же есть списки репрессированных. Сырожидающихся. Да нет, не особенно же, а просто всех репрессированных. У них есть такие списки. И мы эти списки берем, ну, там, скажем, я не знаю, Волгоградская, допустим, область, или там Ставропольская, там 600 человек, или Архангельская, очень много людей. И мы выбираем из них, там данные есть, год рождения, сколько сидел, когда сидел, и какие-то данные основные. Мы выбираем людей вот по этим данным, там, наиболее старых, или те, кто больше всех сидел, или если указана группа инвалидности, выбираем таких людей, приблизительно половину из списка. Как бы предположительно более нужны. И шлем им письма. Нет, еще шлем им письма. И пишем, пока ничего не обещаю, просто пишем, что вот хотелось бы больше о вас узнать. Откликнитесь и расскажите о своей, если хотите, если можете, расскажите. И люди откликаются, как правило, в общем, 85-90% людей пишет. И что они и из них, ответить, что? Они главным образом, они пишут, они потрясены, что ими кто-либо заинтересовался, вот это их поражает. Они пишут замечательные письма, просто слезы читать. И страшно, и больно, и радостно, что все-таки вот как-то удается. Какие из них мы уже выбираем тех, кто по их обстоятельствам, видно, что, ну, человек живет, ну, скажем так, да, если у вас дети, пишут, дети-то есть, тут неизвестно где, и вообще пропали, а вот я внуков воспитываю, старые или... Ну, конечно, вот по обстоятельствам мы тогда уже выбираем и помогаем какому-то не такому уж большому проценту из каждой губернии, но, в общем, помогаем. У нас больше 40 губерний сейчас, которым мы помогаем. Больше. То есть несколько тысяч человек. Да. Несколько тысяч человек, которые практически помогаете выжить. Которые, ну, стараемся, которые получают регулярную помощь. Есть еще люди, которые получают разовую, а эти получают регулярную помощь, ну, как бы пенсию от ГУЛАГа. Это получается как бы такая пенсия, это к ней. Это фонд, это к ней, это деньги за архипелаг ГУЛАГ вот, на всех языках. И... Чуть-чуть помогает нам сейчас. Нам? Пока разговаривал с женой писателя, сам писатель решил навести порядок в своем кабинете. От помощи отказался. Хорошо, правильно все. Вот сейчас стоит все правильно. Правильно. Так. Очень удобный столик. А сейчас он уже остался пустик. Память старого.
постоять, подумать тоже хорошо. Так это постоять, подумать можно. Да, посмотреть, посмотреть. Так, Леон. А там у меня был в Вермонте кабинет. Еще выше. И стекла были в крыше. 6 окон в крыше. Света, но и холодно зимой. Холод зимой собачий. Как натопились? Я там, нет, там не натапливаешь. Вначале я пытался натапливать, но потом это слишком дорого. Я на полгода там не работал. У меня другой был кабинет. А все, теплое время, полгода, работал. Здесь он не такой холодный, можно заниматься, но все равно там удобнее, теплее. Да, да, он там маленьком. Сейчас вот кончается период тоже полугодовой. Мы приехали как раз вовремя, мы кончаем сейчас. Наталья Дмитриевна очень большой мне помощник в работе. А вот это собрание сочинений, она набрала, собственно, все сама. Вот сегодня 20 того. Вот с редакторством и с набором. Каждая буковка, каждое предложение. Каждое, вот все, что она сделала, вот 20 того. Мы имеем собрание сочинений уникальное. Конечно, его очень мало, но тем не менее я в ряд областных библиотек подарил. Они все благодарили. В общем, в некоторых областных библиотеках мы есть. А это и районные, я некоторые посылал, Красное колесо, потому что его тоже нигде нет. А в какие области России вы посылали? Я посылал вот областные, я посылал, сразу даже не перечислишь. Ярославль, Кострома. Рязань, Воронеж, Ростов, который так со мной больше связан, Пятигорск, Таганрог. В Петербурге есть? Да, публичные библиотеки Петрограда есть. Я Петербург не говорю, я не признаю это. Я признаю Петроград. Мне тоже нравится больше. А? Мне тоже нравится больше. Его правильно совершенно переименовали, когда война началась. Чего-то он был чего-то ради нам. Чужеземное имя столицы иметь. Да, Петербург. Он даже не Петербург, а Петербург по-голландски. Петербург. Да еще Санкт. Но зачем сегодня говорить Санкт? Кто серьезно верит, что святого Петра? Санкт употребляет. Никто же не употребляет Санкт. А все говорят Санкт-Петербург. Зачем? Просто Петроградский. А область оставили Ленинградскую. Тоже была бы Петроградская область. Вот такое дело. Вот это вот очень хорошая вещь, академические слова. Когда спорить начинаешь. Там незаменим. Другие дома у меня были. Но вот я в Экибастузе, но ведь не всякую же книжку будешь читать, я свою литературную работу я скрывал. А вот так я все время на поверку, например, выгоняют. На поверку, мы стоим там 15-20 минут, пока перегоняют. А я вот вечером читаю, я сижу и читаю. И все меня уже смотрели, как чудак, как вот, ну, тронулся. Читает словарь. Кто-нибудь подойдет, когда стукач, проверит, что такое словарь. А я так набирался языка русского. Понимаете? И так я все 4 тома проработал. И вот то, что я в маленькие блокнотики показывал, у меня был первый экстракт, второй экстракт, третий экстракт, четвертый экстракт, из экстракта экстракт. Я все время делал. Пока, наконец, из них сделал этот словарь языкового расширения. Эта работа 35 лет у меня заняла. Даже цены нет. Да. То есть, ну, по что? Сути, вы учили язык. Зная по сути, язык, вы его да, по сути, я его снова знакомился. Знакомился по-настоящему только так. Ну и в жизни, конечно, я все время записывал, как услышу выражение, еще что-нибудь, я все записывал. Это очень обогащает. И разных областей. Скажем, у меня у Ивана Денисовича язык мещеры, то есть Рязанского, ну, восточной части Рязанской области, южной части Владимирской. Вот это мещера. Такая, так называется это место. У Матрёны живой язык, прямо такой, какая она была, я прямо, она не знает, что я записываю, она что-то говорит, говорит, я раз записываю, раз записываю, раз записываю. И живой язык совершенно дал.
кто-то вам из читателей говорил, что мне обратили внимание на язык, вот из читателей Паскаля? Нет, какие читатели? Читатели? Нет, меня больше ругают за то, что я якобы новата, что я якобы придумываю слова. Мы настолько отвыкли от настоящего русского языка, что сейчас то, что я восстанавливаю сочные, корневые русские слова, воспринимается как придумка. Ну, вот обустроить, вот это пришлось. Обустроить, как я сказал, прокляли мою брошюру, а все стали обустраивать, где нужно, где не нужно, обустроиться на каждом шагу. Вот, а ведь ничего нет, устроить, обустроить, это естественное сочетание. Даже в России в обвале это сначала, а сейчас уже как новое. Понимаете? Мы предлог проведать кого-нибудь, разведать, а предведать, то есть предзнать, знать заранее, предведать, или переведать, то есть уж знаю я, но еще раз пошел, проверил, а так ли или не так ли, переведать, предведать, это все слова могут быть. Кажется, что переведать неправильно. Почему? Вот не на самом деле совершенно законно, но мы употребляем только вот такие определенные приставки. Приставки у нас 20 или даже больше. И глаголов тьма. И каждая приставка с каждым глаголом может работать. И каждый раз, когда я соединяю по-новому, так как не соединяется, все кричат, он новое слово придумал. Да я ничего не придумал. Взял и соединил то, что в языке есть. Ну как такое, что придумал. Я сел в углу кабинета, смотрел на него. Мне было все интересно. Потом я встал и решил подойти к столу. Сел рядом и смотрел, как он работает. Я слышал его дыхание.
прошедшие дни мы говорили с ним много часов и о многом. Но все время возвращаясь к главной для меня теме. И слышу голос его, и вижу его глаза, и все помню. Теперь же на всю жизнь. Наша русская литература в этом смысле от западной сильно отличается. Там сюжет на первом плане. Очень напряженно за ним следят. Достоевский как раз следил. Может быть, это открыло ему путь на Запад. Потому что, ведь, собственно говоря, умер он совершенно заплеванным, запроклятым и безвестным. А потом через Запад он открылся. Через Запад, тогда у нас осознали, кого мы потеряли. А при жизни его прямо с землей сравнивали, не давали вдохнуть. Знаете, мне кажется, что у него есть как бы два типа сюжета. Один сюжет, собственно, сюжет, история поступков персонажа, а другой сюжет – это сюжет нравственный. И вот сюжет нравственный кажется мне сильнее, чем сюжет поступков. Я с вами совершенно согласен. Только тут может спорить о том, называть ли это сюжетом нравственным, эту нравственную линию. Какое-то, может быть, здесь другое слово надо. То ли это скелет повествования, то ли это стержень повествования. Сюжет все-таки – это цепь при происшествии и реакции персонажей на них. В душе тоже могут быть происшествия. Конечно, да, нет. Нет, может быть, можно принять слово «сюжет» и к этому. Вы совершенно правы. Да, нравственный сюжет для него выше. Но именно забота о широком читателе заставила его не пренебрегать сюжетом житейским. Может быть, не о читателе, а может быть, о деньгах. Он тяжело жил, ему нужно было, чтобы это продавалось. А уже остальное все было в стихии его таланта. Ну, во всяком случае, ну, так нельзя говорить, сводить к деньгам. Нет, ну, когда он пишет, он имеет в виду читателей. Вот как их заинтересовать, заставить читать? Ну, да, я согласен с таким разделением. Житейский сюжет и нравственный. Согласен. Конечно, для него был важен нравственный сюжет, но очень ценно, что он не упускал житейский. Это ценно, потому что в русской литературе это нечасто. Да, вот интересно, что мне кажется, что даже если бы в «Преступлении и наказании» Раскольников не убил старуху, а роман закончился бы до того вот момента, как он взялся за ручку двери, до убийства, это уже было бы «Преступление и наказание», потому что все, что... Нравственный сюжет уже свершился. Да, уже свершился. Нравственный совершился, а житейский нет еще. Да, да, так. Так, да. А кто его был предшественник в русской литературе, вот именно в описании нравственного сюжета? Как вы думаете, кто оказал на него наиболее такое глубокое влияние, или все началось с него? Знаете, в какой-то мере Карамзин. Карамзин был очень чуток к нравственным сюжетам. И потом вся история его, история государства российского, она ведь пронизана нравственными оценками. Ну и художественные произведения Карамзина. Вот просто «Бой в Опаше» просто был для меня сейчас несколько неожиданным. Я просто так подумал, перебираю. И думаю, в прозе, да. Ведь наша русская литература, она с одной стороны очень высока тем, что никогда не теряла этического норматива, этических требований. Этим она отличается от мировых литератур, и жалко, что мы теперь это растопчем, и нам это сейчас уже не важно. Нам давай эстетизм, которого и нет, а просто выдувает чертиков из себя эстетизм. Но с другой стороны, странно, что русская литература,
отчасти под влиянием Гоголя, беспощадный взгляд которого различал все пороки, просто пронизывал все пороки, отчасти под его влиянием литература наша упустила в русской истории линию созидания. Ну, кто же эту державу создал? Расширил на Сибирь, до Тихого океана, до Аляски. Кто же создал в Сибири культуру уже к концу 18 века? Какая там культура была? Сколько там было учебных заведений? Сколько росло талантливых людей? А у нас какие-то все то Обломов, то лишний человек, то Печорин, то Онегин. Все какие-то лишние люди, которые не могут пристроиться. А где же дельцы? А где же строители? Где зиждители? Где они? Упустила русская литература. Когда этот слом произошел? Да он так как-то ни слома не было. Вот так потекла река. Вот какая слово? Река вот течет, так потекла, потекла. Я думаю, что под влиянием Гоголя очень это развелось. Отсюда пошли сатирики, иронисты, Салтыков-Щедрин. Салтыков-Щедрин это уже был... Квинтэссенция. И да, из этого уже горчица просто. Просто горчица. Ну что это? Отвел. И вот Гоголь ведь не случайно не написал второй части «Мертвых душ». Вдруг оказался при самых высоких своих нравственных убеждениях и побуждениях, он просто не мог увидеть этих людей. Вот тех, он понимал, что они должны быть, и не увидел, не нашел. Усилия над собой делал не мог. Такое уже свойство взгляда. Но уже осознание-то какое-то у него, тем не менее, было. Осознание было. Душа-то мучилась. Но вы понимаете, что художник приказать себе не может. Если не лепится, так не лепится. Ты хоть бейся сколько хочешь. Ничего не получается. Вот почему-то не получалось. Такое свойство таланта, такой жгучий взгляд на все отрицательное. Все пронизывает, как рентген. Вообще по природе искусства оно создается в условиях чрезвычайно сложных, напряженных, драматичных, если я правильно понимаю, да? Само произведение искусства рождается, но как правило. Не обязательно, в лирических, всяких, может быть, в мягко-лирических, может быть... Не, ну, крупные драматичные, крупные трагичные какие-то, вот, повествующие о драматизме, о трагизме. Большие произведения так, а лирика, может быть, совсем лирические, как ручейки, нет. Ну, это зависит от судьбы конкретного автора. Может быть, понимаете, река бурная, может быть, водопад, а может быть, тихий, прелестный ручеечек. Нет, всякое бывает. Драматизм – не обязательное условие литературы и искусства. Что сегодня в нашей жизни есть такого нового, чего в русской жизни до того уже не было? Ну, много с 17-го года нового. Мы его не описали. Нас душили и уничтожали тех, кто хотел писать, как оно есть. Сжигали их вещи, произведения. Никогда не забуду. Утром привели меня к следователю на допрос. А посреди кабинета огромная груда рукописей. Видимо, ночью был обыск у кого-то. Взяли, и вот она лежит, сейчас будет следователем заниматься. Лежит такая большая, высокая, прямо куча, вот понимаете, коническая такая. Это масса рукописей, ну и книжонок там каких-то, или книг тоже есть. Так что буквально вот он там сидит далеко от меня за столом, и между нами этот холм стоит. Я с ужасом думаю, боже мой, это же все обречено. Вот мои военные дневники сожгли всего пять блокнотов и лишили меня военной памяти. Сколько я записал на фронте, все пропало. Но это 5 блокнотов. А тут что? Сколько это как символ, понимаете? Символ уничтоженного всего. Сколько у нас уничтожали? С 17-го года наша жизнь сильно изменилась. Сильно и народ изменился. И народ наш теперь не тот.
И литература наша это отобразила слабо, но не по своей вине, а потому что всякую правду подавляли, а искусственно внушали и поощряли всякую ложь, воспевающую советский режим. И мы упустили, и мы не поняли, с какой России мы пришли вот к 90-м годам. Вот к, ну, почему сейчас так много неожиданностей у нас? Мы же за 70 лет ничего не знали о своей стране. Вот вы о жестокости говорили. Ну, такая жестокость, какая развилась в советское время, ее не было. Это прямо приобретение советского периода. Если я тебя не сгрызу, то ты меня. Если я на тебя не донесу, то ты на меня донесешь. Кто-то из нас должен сесть в тюрьму. Вот так. Ну, много таких изменений. Как вы думаете, почему ничего мы не знаем о том, что делает сейчас Распутин? А потому что ему заткнули рот. Потому что в нашей совершенно свободной... И почему не знаем? Я слежу за его... Он хорошие рассказы продолжает писать. Не выступает, ему не предлагают выступать. Он проклят, его объявили даже... Свобода, радиостанция «Свобода» объявила его фашистом. Ну, фашистом объявила. А остервенели, у них пена на губах. Они просто не дали ему, не дают возможности гласности. Гласность должна быть. Ему ничего не дают. Я с ним встречаюсь, я слежу за его работой. Я очень его люблю. Очень нежная душа у него. Нежная, хорошая, чистая. Вы знаете, у меня такое ощущение, литература всегда живет прошлым. Для литературы обязательно важен фактор прошлого. Прожитого прошлого, что литературе очень трудно тогда, когда жизнь становится скорой, быстрой, торопливой. Нет, просто тут есть физический закон неуспевания человеческого организма за происходящим. Для художника надо некоторое отдаление от того, что он описывает. Если он будет писать мгновенные наблюдения свои, то это будет скорее не художественное произведение, а очерк, газетный репортаж. Редко кому удается зафиксировать кусочки действительности сразу. Ну, делают. Ну, Чехов так мог делать сколько угодно. Сразу. А у большинства должно отстояться, произойти какой-то внутренний отстой, перегруппировка впечатлений. И потом, с некоторого времени человек начинает писать не о прошлом, как историческом прошлом, а о своем личном прошлом. Как вот, что у него было в какие-то прошлые годы? Почему так много часто бывает воспоминания? О юности начинает писать. И когда в старости. Тут еще и особенность памяти. Почему-то к старости так получается, что выплывает с яркостью именно давние воспоминания. Тут какой-то психический закон. По сути, мы говорим с вами сейчас о возрасте души. Да, да. О возрасте души.
какое у вас ощущение? У вас душа старше вас или она моложе вас? Интересно. Она вообще, это вообще тяжелые чувства? Интересный вопрос. Не могу ответить. Трудный вопрос. Жили мы вместе, душа и тело, одинаковое по длительности время. Конечно, душа переживала, жила в другой сфере, в другом темпе чаще. Но все-таки сказать о старости не берусь.